Как стать счастливой женщиной? Счастье – это не какой-то конечный результат. Счастье – это такой процесс. Когда ты получаешь удовольствие от того, что на тебе одето, как ты выглядишь, к чему ты прикасаешься, что прикасается или кто прикасается к тебе. Это процесс, это дорога, и много может быть дорог. Кто-то испытывает наполнение, удовольствие и счастье, когда что-то вместе с кем-то делает. Пение мантры является наполняющим действием, когда можно себя чувствовать счастливой. Когда к тебе прикасается любимый человек или ты прикасаешься. И стать счастливой – это такое внутреннее понятие, это внутреннее ощущение. Счастье – оно внутри.